Привіт, Україно! Это абзац. Работаем. Друзі, починаємо з невеселих новин. У Куйбишевському районі на Донеччині кожен другий будинок розвалено. Населення за час війни скоротилося в п'ятеро. Уже три дня там не слышно стрельбы. Но осталась ли на месте хоть одна живая душа? Поселок Октябрьский глазами мирного жителя. Сейчас я нахожусь на Кремлевском проспекте. Это Куйбышевский район, поселок Октябрьский. Это самый обстреливаемый район города. Здесь все как в фильме ужасов, как в фильме про войну. Разбитые окна. Это кто смог, заколотил фанерками. А где все он разбито, там, скорее всего, никого вообще нет. По улице ни одной живой души. Вон попадание в крышу. Все, все окна разбитые. Балконы разбитые. А вон дыра прям в крыше сквозная. В потолке у кого-то она. Где-то гавкают собаки, а людей вообще никого. Сейчас здесь второй день тихо. Потому что в городе работает начальник ОБСЕ. И здесь немножко тихо. Не слышно взрывов. А вот это вот прямые попадания в дом. Одно, вон второе. Я так подозреваю, что в этом доме никто не живет. Хотя нет, вон висят полотенца. По всей видимости, наверное, кто-то живет. Пленочкой заклеил и живет. Ни одного целого окна. Ни одного целого балкона. Вот напротив магазинчик. Прямое попадание, скорее всего, вон крышу было. От магазинчика тоже ничего не осталось. На каждом доме вон следы разрыва. Мин, осколков. Все стены в дырочку. Частный сектор. Буквально через дорогу. У всех окна заколоченные. По всей видимости, окон там стеклянных просто нет. Даже какой-то транспорт еще ходит. Люди на остановке подойду. Спрошу, как они здесь живут. Ой, сынок. Отлично. Не очень, конечно. Вот две ночи чуть-чуть дали нам поспать. А так не дай Господь. А так не дай Господь. Часто стреляют? Да. Да, да всю ночь почти стреляют. Транспорт хоть хорошо ходит, нет? Транспорт? Ну, где-то до полшестого, до шести ходит. Ходит, да, до шести? Да. Понятно. Спасибо вот вам. Держитесь. Держимся. А куда? Некуда. Некуда. Это единственный автобус здесь ходит. Какая-то связь с внешним миром. Выехать, так сказать, из этой территории. Здесь даже собаки очень тощие. По всей видимости, кормить некому. О, гляньте, какая тощая аж. Ребра видно. Несчастная псина. Все, автобус уехал и все вымерло. Это все, что осталось от местного рынка. Вот следы пожара. Здесь раньше был большой рынок. А сейчас сплошные руины. Все сгоревшее. Здесь возле дома вот белье висит и люди копаются. Прошу, как они тут вообще живут. Почему никуда не уехали? Некуда ехать. Некуда. А где бомбежки пересиживаете? Дома. А? Дома. Сколько дома, да? Конечно. Тут вообще в подъезде много людей осталось? Да. Или... А? Нет. Нет? Сейчас скажу. 9 человек на весь дом. 9 человек на весь дом. Да. Вы сами понимаете, время такое, что мародеры. А. Сбросить тоже все это. Нет, можно снять квартиру практически. Ну, и все растащут, да? Ну, никого ж нет. И несмотря ни на что, люди все равно пытаются делать хоть что-то. Чистоту поддерживать, вот, в палисадничках, лебеди, цветочки. То есть эти 2-3 человека, которые здесь остались, они все равно хотят какой-то чистоты и красоты. Ну а чем еще сегодня поразил мир? Смотрим прямо сейчас. Дев'ята ранку, Австралія. 4-річний хлопчисько з Квінсленда прокинувся відомим. Ці кадри з гри в регбі облетіли весь світ. На матч наш герой прийшов із татком. Одначе заблукав та якось прослизнув на поле. Гравці побачили незвичайного фаната і тут же взяли його в гру. В руки йому дали м'яча і показали, куди бігти. Хлопчисько не розгубився і команди не підвів. Випередив усіх гравців та доніс м'яча аж до воріт. Гол! 11 утра, США. В ботаническом саду толпа народа с камерами. Фотографируют и принюхиваются. Там расцвел уникальный тропический цветок Аморфофалус
титанический, очень большой и очень вонючий. Его аромат можно описать так: немного тухлой рыбы, порченных яиц и гнилого мяса. Цветок распускается нечасто, раз в несколько лет. Раньше он рос на острове Суматра, но люди его истребили. И сейчас посмотреть и понюхать эту красоту можно всего в нескольких ботсадах мира. 14-та Польща. Керівники містечка Валбжиха не знають, куди й бігти. Двоє спритних шукачів скарбів повідомили, що знайшли цілий потяг із коштовностями Третього рейху. Обіцяють віддати знайдене в обмін на свою частку. Потяг завдовжки 150 метрів віз до Берліну зі Східної Європи зброю, обладнання, золото та коштовне каміння. Зник 45-го року і відразу став справжнісінькою легендою. 15.00. Австралія. Семеро отчаянных кайтсерферов причаливают к берегу. В море они были 8 дней. За это время прошли больше 1200 километров вдоль Большого барьерного рифа. Это абсолютный мировой рекорд. Было сложно. Останавливались только на ночевку. Один из ребят до конца дистанции так и не дошел, сломал ногу во время прыжка на волне. Но остальные выдержали испытания достойно. Морские марафонцы, кстати, не просто плавали, а собирали деньги для неизлечимо больных людей. Це була Австралія, так? Совершенно верно. Ну, а в Україні є своє мертве море з цілющою багнюкою. В цьому місті лікують астму буквально за кілька день, і це абсолютно безкоштовно. Я тобі скажу, що в Україні мертве море є навіть не одно. Друзі, но! Если вы уже задаете себе вопрос, где у нас можно омолодиться без хирурга и поесть креветок всего за 20 гривен, внимание, не переключайтесь, Ира Питькун сдаст вам адресок прямо сейчас. Ваш ребенок всю зиму не вылазит из простуд и ОРВИ, а вы уже не знаете, как укрепить ему иммунитет? Вы давно мечтали попасть на лечебные грязи в Израиле, но все никак не накопите денег. Равняется Красному морю. Вы до сих пор думаете, что море в этом году вам не по карману? Предлагаю вам немедленно покупать билет на поезд до Херсона, а оттуда каких-то полтора часа езды на маршрутке или на попутке. И вот мы в Стадовске! Именно здесь берег Черного моря один из самых мелких. Вашим малышам понравится, но самое главное, что на дне вдоль всего Скадовска лежат бесценные по своей пользе лечебные грязи. Здесь зона йода, серы и брома больше в 5 раз, чем где-либо. Весь отпуск здесь можно абсолютно бесплатно подтягивать кожу, бороться с морщинами и даже лечить суставы. А я даже первый день приехала, помазалась, я так спокойно спала, мне нигде ничего не хватило. Она даже соли вытягивает из сустава. Более того, Нина Владимировна, она, кстати, специально приехала на Скадовские грязи из Белоруссии. Говорит, что сидит вот так и молодеет буквально на глазах. Кожа вообще бархатная. Стала. Бархатная? Класс. Ну, это, получается, надо втирать ее. Сколько вы мне скажете лет? Я не знаю. Ну, женские тайны раскрывать, конечно, не будем. Зато, говорит, муж доволен и глаз с нее не сводит. А чего вы не намазанный? А мне ничего не болит. О, какой молодец! Я тоже решила местами наложить себе грязевые маски. Но, говорят, хороший результат наступает хотя бы дней через 5. Запах от нее, конечно. А вот Александр мне сразу сказал. Лично он приехал сюда как раз ради этого запаха. Нехороший, да, канализацией пахнет. Да. Но это и есть сероводород. Если бы не этот самый сероводород, его сынишка бы вообще не дышал. У него зауженные носовые пазухи. Он все время хрюкает. Доктор говорит, везите в Скадовск. И все, он не болеет. Но лично для меня самое приятное, то, что наслаждаться запахом этих водорослей можно с комфортом. Вдоль всего берега стоят шезлонги, плюс зонтик, еще и персональный рукотворный заборчик. Всего за 50 гривен в день. В Одессе, например, такой комплект обошелся бы отдыхающему 80-100 гривен в лучшем случае. Как и на любом морском пляже, здесь, конечно, не обходится без главных достопримечательностей. А сколько пахлава? 15. 15. А кукуруза? Да. Вот, девочки, вот кукуруза. А сколько она стоит? 10 гривен. К слову, в Одессе за качан уже просят 25 гривен. Какой вы хотите? Ну, не знаю, какую-то хорошенькую выберите. Я вам красивую. Ой, да, самая большая. Да, спасибо. Из активных развлечений здесь все по классике. Водные аттракционы, катамараны, горки. Ну и как же без массажа? А почем массаж у вас? На 80. Но делается это у всех на виду, без ширмочек. Лично я бы не легла на такой стол. Вообще, честно говоря, с инфраструктурой в Скадовске пока слабовато. Олеся с дочкой поселились в частном секторе. Сами приготовляем себе ежу. Угу.
Ну, как на мой взгляд, жилье дуже дешево. И что большая редкость в избытке. На каждом углу предлагают свободные комнаты. Средняя цена 40-50 гривен с человека. Цена, конечно, заманчивая, но вот условия... А тут есть кто-нибудь? Вы хозяйка, брат? Ну, почем вообще с человека? 40 гривен. 40 гривен, да? Ну, большие столько денег, на троих. На троих. Можно, да? Да, пожалуйста. Да, возьмем. А что, туалет у вас там есть, да? Ни кондиционерами, ни другими удобствами здесь и не пахнет. Душ, туалет отдельно, на улице. Много людей. Здесь, наверное, битком набито. Это сейчас все на пляже? Да, все на пляже. Помещаются тут? Конечно. Плита? И в очередь надо выписывать. Не, зачем? Нормально. Общая кухня. Если кто соскучился за совковыми коммуналками, добро пожаловать. Но я решила поискать номер в гостинице. Коридор а-ля больничка. Зато в номере есть телевизор. Здесь я сплю. Не знаю, думала, на таком диване уже никогда мне не придется оказаться. Это мой дамский столик. Кухня выглядит вот так. Чашечки. Ой, такие, кстати, в детском саду какао в таких выдавали. Вот, собственно, ванная. Я решила, что сюда босиком лучше не становиться. Вот, я не знаю, мне кажется, ее мыли, наверное, весной. Первый и последний раз. Зато есть горячая вода. И стоят мои апартаменты 400 гривен в сутки. Но, правда, с видом на море. И до самого моря рукой подать. В обед я решила прогуляться по набережной. На каждом углу здесь кафешки, фастфуды, сладости. Ой, какой хороший! Ротик даже открытый. Ам-ам-ам! Этот гигантский сладковатный медведь обошелся мне в 15 гривен. За 30 гривен я поднялась на чертовом колесе рассмотреть окрестности. Очень уж красиво смотреть вот так вот на море с высоты. Есть какой-то мини-аквапарк, но, как по мне, ехать на море и сидеть в искусственном бассейне как-то несерьезно. После спуска на землю я решила пообедать. Зашла в близлежащую столовку. Я взяла гречку и кабачковую икру. Ну, что такая обычная еда. Обошлось это в 20 гривен. Оператор Олег взял мясо. Как тебе, котлета это или что? Тефтеля. Тефтеля, ну что, вкусно? Вкусно. Почем? Мой обед обошелся в 70 гривен. 70 гривен, да. Это борщ, картошка, тефтеля, салат, компот. Можно было, конечно, взять за эти деньги пиццу, но мы за здоровое питание. На закуску можно купить черноморских креветок. Но это если вы не брезгуете мухами и верите, что продавец без устали моет руки. А вот с чем здесь горе и беда, так это с туалетами. Во-первых, пока найдешь, пол набережной пройти надо. Во-вторых, цены дерут больше, чем в Киеве. А условия, извините, не для слабонервных. Работает всего одна кабинка из пяти. И там совсем не чисто. Чтобы как-то сгладить впечатление от скадовских удобств, я решила поехать на главную здешнюю достопримечательность. Остров Джерилгач. На прогулочной яхточке 120 гривен, 15 минут с ветерком. Очень классно, правда. И целый день можно провести среди вот такой экзотики. Пляж здесь и в самом деле намного чище, чем на той стороне, где лежат все отдыхающие. Вода прозрачная. Здесь же можно и перекусить. Бутерброд с печенью ската. 15 гривен. Даже не знаю, что есть такая печень. Уха 450 грамм, 30 гривен. Борщ 450 грамм, 25 гривен. Большая порция. Жаркое 25 гривен. Плов 25 гривен. Возвращаясь с острова назад опять на катере, у меня были грандиозные планы на вечер. К вечеру вся набережная битком набивается людьми. И вот так все дружно идем стройным шагом. Вокруг иллюминация, конечно, не так, как в Одессе. Дискотеки есть, но это вам не Ибица. В общем, если у вас в приоритете оздоровиться, и вы готовы пережить вот такие спартанские условия, то вы еще успеете в Скадовск на бархатный сезон. Вчора ввечері серія вибухів у Києві налякала українців. Люди сховалися по домівках. В голові одна думка – невже залпи справжні? Ну, а сьогодні стало відомо, що вибухи продовжаться і в понеділок. Почему жителям столицы, друзья, и переселенцам следует запасаться кормоловом? Ответ на этот вопрос знает наша Надя Рогозина. Серия звуков, похожих на взрыв. Киев, центр, anybody.
На окружной так шарахнуло, что окна чуть не выпадали. Це відео знято на мобільний телефон. В соцмережах почалася паніка. Невже війна? Втім, вже за годину міліція нарешті заспокоїла. Виявилося, в Києві просто йде репетиція. Репетиція до Дня Незалежності. А звуки, що всіх налякали – тестування святкових залпів. І тут інтернет знову вибухнув. У нас так было слышно, что можно было хватать ребенка и бежать в укрытие. Я считаю, что это идиотизм. Люди и так все напряжены до предела. Всех, кто это придумал и списал на это деньги, нужно привязать к этим снарядам, собственно. Судячи з відео, вибухало приблизно тут, и навіть на піску ось залишилися сліди від важких машин. Очевидно, ними привозили і відвозили знаряддя, з яких стріляли. А найдивніше в цій ситуації те, що ось прямо там навпроти знаходиться найбільший в країні центр для біженців. Щодня сюди приходить до 500 людей, які щойно виїхали з зони АТО. 20:40, коли на Трухановому тестували залпи, тут якраз було повно народу. Я вносила якраз у той момент коробки. Помню, моя перша реакція – це те, що дитина знаходиться в приміщенні, в зданні. Я бросаю коробки, забігаю вовнутрь, на рецепції сидить Настя. Злякалась, Настя? Дуже. Схоже на щось, що ви чули, наприклад, раніше. В 4 утра почалися взриви, які, ну, як люди, які там знаходилися, все время говорили, що це гради. Ну, звук дуже-дуже похожий. Вікторія вивезла своїх 3 дітей з Луганська більше року тому. Те, що почнуть стріляти і тут, їх нічний кошмар. Напроти нас магазин шкільної форми, оттуда вибіжали батьки з дітьми. Ну, всі моментально люди вибіжали на вулицю. Ну, состояние страха, ужаса. Я считаю, что даже если это репетиция салюта, и если это будет салют, этого ну, просто нельзя катастрофически делать. Ці люди перелякано підстрибують навіть від найменшого шороху. Минулого Дня Незалежності фейерверк вже перелякав Настю. Ну, для мене це було похоже на взрив. Я дуже испугалась. Ти зразу що? Я упала, я убіжала, я... Це страшно. Що вже казати про стрес, коли в самому центрі Києва гатять з військових знарядь. Я вирішила з'ясувати, кому прийшла на думку ідея так розважити киян у свято. Це, як ви могли впізнати, Євген Нищук, колишній міністр культури та незмінний голос українських революцій. Він член оргкомітету святкових заходів. І він явно в курсі цих святкових вибухів. Це буде 10 залпів під час підняття державного прапору України. Це 23. Це військова така традиція. Тому лякатися не треба, все спокійно. Центр на Фролівській знаходиться для біженців. Я вам скажу, що там вчора люди страшенно перелякали. Ну, очевидно, треба попереджувати, але знову ж таки, це не зовсім моя парафія. Екс-міністр упевнений, все це лише на користь. Адже військовим треба піднімати бойовий дух. Чи обов'язково при цьому лякати усіх інших, він не уточнив. Але підтвердив, в понеділок в столиці знову гатитимуть. Це буде 24-го під час маршу, під час підняття прапору, 10 залпів, поки піднімається на флашток, по флашток державний прапор. А ці от залпи, вони де будуть? Вони будуть на Хрещатику? Ні, Боже, упаси, вони будуть якраз з Труханового острова. Між іншим, організатор просить не називати ходу людей у формі парадом. Цього року буде марш. Лише солдати і жодної техніки. А ще концерт класичної музики і маса розваг для дітей. І все ж абзац попереджає. 24 серпня жителям столиці, а особливо переселенцям, варто запастися валідолом. 10 залпів з військової установки буде чутно над усім містом. Не переймайтеся і не стрибайте в укриття. Це так у нас святкують. Фейерверка, до слова, не буде. Втім, після залпів його ніхто й не помітив би. Уничтожение санкционных продуктов России вышло на новый уровень. За дело взялись местные казаки. Ходят по магазинам, ищут запрещенные продукты. Более того, друзья, к ним начали присоединяться и фрики, которые рвут жестяные банки зубами. Але справжній шок і епатаж сьогодні показав Россельхознагляд у своєму звіті. Тільки не подивіться. Як усе починалося? Весело і з розмахом. Заборонені продукти чавили бульдозерами, загортали в землю, спалювали у печах. Але росіянам нова забава влади сподобалася не дуже. Я вважаю, продукти можна знайти краще применення, ніж просто їх зжигати. З'явилися фото людей, які шукають розчавлені продукти і з радістю їх забирають додому. Потім намітився протест в інтернеті. З'явилася петиція про відміну указу самого Путіна.
Потім російську владу трохи потролили. Надіюся, цей ролик побачать в обамовсько-фашистському Пиндостані. Возрождайся, Росія! Потім потролили ще. 8 кілометрів. Нічого не сліпнеться. Алічку партії. І от знищення продуктів потрохи почали згортати. Порції стрімко поменшали. Тонни перетворились на кілограми. Ось бульдозером чавлять кілька кіло яблук. Ось трьох угорських гусаків переїжджають важкою технікою. Квіти з Нідерландів палять у маленькій коробочці. Все дрібно, крадькома і похапцем. І ось сьогодні відразу два апогеї у російській боротьбі з їжею. Вони промовисто доводять, боротьба не просто згасає, її згортають щосили. Підключили мегафріків і все намагаються перевести у балаган. Шукати заборонені товари по магазинах почали козаки і відверті шоумени. Один із учасників береться рвати банки зубами. Це не піар, це... Ну, в общем, це піар. Я рву ще одну банку. Ось коротке досьє на цього поборника «Русского міра». Це не шоу. Шоу. Я зараз покажу, що таке шоу. Ой. Санкціонні товари у магазині вибирають, користуючись переважно революційним чуттям. Це навіть по-англійськи написано. Понимаєте, навіть состав, і то по-англійськи написано. А я знаю, що це імпортна річ. А тут написано «Ізготовитель Росії, Білгородська область». Де? Город Олексій. Ну, наш по ліцензії. В результаті козаки скуповують начебто санкціонний кошик. Платять імпортному виробникові свої кровні рублі і йдуть із претензіями до адміністрації. Але там їм показують усі документи і на цьому відео закінчується. Товар у нас сертифіцирований, перевіряється, проходять повністю контроль, товар надлежащого качества. Але інший сьогоднішній апогей ще більше за козаків. Офіційна статистика від Россільхознагляду б'є рекорди абсурду. Санкціонна їжа повстає з попелу. Судіть самі, у перший день знищили 300 тонн продуктів. Це знають усі. Тиждень тому Россільхознагляд звітував про знищені 597 тонн. Це факт. А ось уже сьогоднішній звіт від тих же наглядачів. Висить у них на сайті. У ньому вже, увага, 555 тонн знищено. Тобто за тиждень мало того, що геть нічого не спалили, так і з попелу повстало 42 тонни санкціонки. Це вже що завгодно, але не боротьба. В Україні участіли случаи острых кишечных инфекций. В киевском отеле, я подчеркиваю, не в одесском, как мы тут рассказываем на протяжении последних двух недель, 25 человек отравилось после фуршета. Ну а на Житомирщине почти 70 гостей укатили с банкета прямо в больничку. В абзац обратились за помощью молодожены, которые отравились на собственной свадьбе. Жах, що підсовують у ресторані офіціанти та яких продуктів із весільного столу ліпше не їсти взагалі? Знають наші Катя Павличенко та Сашко Джусупов. Дивіться вже за кілька секунд. Ах, это свадьба, свадьба пела і плясала, а потом рвала і поносила. Тяжелое отравление на киевской свадьбе. Мама, славе плохо! После банкета в приличном и далеко не дешевом столичном заведении отравились жених и еще пятеро человек, включая любимую тещу. Вместо медового месяца молодожен уехал на скорой в инфекционку. Спасибо врачам, откачали. На следующий день после свадьбы я проснулся, у меня была диарея. Я уже понял, что у меня уже всего ломит, у меня уже началась рвота, и у меня начала подниматься постоянная температура. Когда меня уже довезли до больницы, было 38,6. Сказали, что это может быть все очень серьезно, вплоть до того, что отказывают многие органы. А оказалось, он один из многих, кто уже пострадал на свадьбах. Смотрите прямо сейчас. То, что вам никогда не покажут. Изнанка красивого банкета. Почему шеф-повар забаррикадировался в подсобке и готов был обнять и увлечь за собой в неведомые дали 100-килограммовый холодильник, только бы не увидели, что в нем?
Дорогие женихи и невесты, сейчас вы узнаете, какие блюда умышленно не включают в праздничный счет и почему. И главное, какие блюда лучше не есть за праздничным столом, чтобы в первую брачную ночь обниматься с любимой, а не с унитазом. Є в тебе доказ, що ти дійсно гуляв весілля в цьому ресторані? Звісно, є місчик з заведення. Ого, а чому від руки? Це вже цікаво для налогової поліції. Дивіться, 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 торт печоночний, філе скумбрії, салат з печенью, салат з сьомгою. Все, що тобі казали лікарі, може спровокувати отруєння, чомусь написано від руки. Ну що, пойдемо перевіримо кухню. Халати у нас є. Вперед. Пойдемо. Я попросив Катю перевірити кухню в цьому ресторані, ведь у неї є санітарна книжка. На вид вполне приличное место. Наша боевая Катюша в белом стерильном халате отправляется на кухню на законных журналистских основаниях. Но что это? Вход нашей дюймовочки преградил грозный дядя. Мы можем подняться? Да, вибачте, але ми підемо. Тобто вам є що приховувати? Но смелая Катюша не сдалась. Кухня, інший вхід. Вот же второй вход. Очевидно, мужчина в реальном стрессе, если не учел этого. А нет, он баррикадируется. Добрый день. Тобто ви вирішили зіпсувати холодильник? Давайте відкриємо холодильник і подивимося, що тут. Ого. Боже, який агресивний молодий чоловік. Шановний, я перепрошую, ми можемо подивитися, як у вас зберігаються продукти? 100 кілограм проти 50? Катя! Ух ты, с нами решили поговорить. Доброго дня. На связи владелица заведения. Она утверждает, что молодожены отравились не банкетными явствами, приготовленными в ее заведении, а тортом, который принесли с собой. Допустим, во всем виноват приносной торт. Но минуточку, наш повар-баррикадник куда-то исчез. Проходим в кухню. Какая отъявленная антисанитария! Дивіться, це чистий посуд. І ось так, прямо поруч з ним, лежать ось ці брудні віники. За правилами, кожен віник має бути підписаним. Наприклад, цим віником я замітаю підлогу в туалеті. Цим віником у залі. Жоден із цих віників не підписаний. Далі. Ну, а стакани – це взагалі жах. Просто, дивіться, ось, прямо на виході стоять стакани. Найменше є протяг і вся пил, он звідти з того вікна, звідси від води, все летить на ці стакани. Суп навіть не прикритий. Ось яйця, які вважаються сирими продуктами, лежать поруч. Ну что ж, молодожен Слава не зря выбрался из больницы. Его догадки подтвердились. Кухня ресторана, где он отгулял свадьбу с последствиями, далека от идеала. Везем его в больницу, где уже готова неутешительная выписка. Острый инфекционный гастроэнтерит. Что собираешься дальше делать? На что настроен? Ну, настроен я очень серьезно, потому что мне испортили праздник, грубо говоря. Я буду делать все, чтобы эти люди несли ответственность. Мы тоже. Но прямо сейчас для всех женихов и невест и их гостей, которые готовятся заказывать или отведать свадебное меню, наше предупреждение. Хит-парад самых опасных свадебных блюд. На четвертом месте салаты с майонезом, неважно, мясные или овощные. Если они нарезаны грязными руками, готовься звать ихтиандра. Жидкая майонезная среда идеальна для размножения микроорганизмов. А вот в хлебе, кстати, практически никто не размножается, хоть на пол его роняй. В отличие от торта, он на третьем месте. Обычно в заведениях он готовится с вечера, накануне свадебного банкета. А кушать его начинают последним, часто и за полночь. Если торт протусовался эти сутки без холодильника, ихтиандр уже ждет от вас вестей. Второе место. Изделия из рубленого мяса. Котлеты, бифштексы, отбивные, паштет, фаршированные блинчики. Чем больше жидкости в фарше, тем питательней и привлекательней он для бактерий. И бойтесь непрожаренных кусков. Там они... На первом месте блюдо из яиц и курятины. Большинство кур инфицированы сальмонеллезом. По предположению врачей, Слава траванулся ядевом из куриной печенки. Так что будьте бдительны, выбирая ресторан, а особенно еду из меню. Очередной гумконвой от России уже въехал на Донбасс.
100 автомобилей привезли так называемые продукты и медикаменты. Что на самом деле прячется в машинах, наши пограничники проверить не могут. А от за 100 кілометрів від війни українські волонтери справді організували допомогу. Як завдяки Ноєвому ковчегові врятувати наших солдатів, знає Євген Подашенко. Абзац на Дніпропетровщині. Мы углубляемся на восток. Это еще Днепропетровская область, но дыхание войны уже совсем близко. Повсюду сине-желтые стяги, словно напоминание. Это земля Украины. Полузаброшенное село всего в 100 километрах от зоны военных действий. Здесь нет ни газа, ни воды, и даже людей толком не осталось. И вот я узнал, что здесь находится экологическая ферма для помощи бойцам АТО. Кто ее организовал и в чем, собственно говоря, помощь, я сейчас и узнаю. Несколько километров по грунтовке, и вот место, о котором мне столько рассказывали. Интересно, чем занимаются волонтеры в такой глухомани? Так, ну сразу видно, что мы в гостях у волонтеров. Здравствуйте. Можно к вам? Знакомьтесь, это Аня, волонтер с огромным послужным списком. А в прошлом боец батальона имени Джахара Дудаева. Подразделение, что наводило ужас на сепаров лишь при одном его упоминании. Когда их комбат погиб, девушка решила немного отдохнуть от войны. Когда мы сюда приехали, в принципе, люди вообще даже особо не знали, что происходит в Украине. Вот когда мы начали с ними общаться, начали посвящать их. То есть дух патриотизма постепенно в селе, да, вы... Да, это очень приятно. Купив обветшавшую мазанку, Аня решила помогать украинским солдатам. О том, как кормят бойцов на передовой, девушка знала не понаслышке. Поэтому решила создать экоферму, чтобы наши солдаты, внимание, абсолютно бесплатно имели все только самое свежее и натуральное. Им достаточно просто приехать и попросить у Ани все, что захотят. Еще вот говорили, что у вас здесь все экологически чистое абсолютно. То есть вы, там, грубо говоря, вот курицу не пичкаете антибиотиками, да? В коем случае, даже с самого начала, вот тех, которых мы покупали цыплятами, те, которые мы сами, скажем так, произвели на свет с помощью инкубатора. Ни грамма, ни антибиотика, ни биодобавок. Целый гектар огорода, свеженькие помидорчики, огурчики, своя небрызганная картошка. Аня ведет хозяйство почти сама. Изредка помогают бойцы, приезжающие за пополнением запасов провианта. Такая зеленая картошка пойдет на корма. Так, у вас здесь разные сорта, да? Да, да. Все с помощью обычных людей, которые... И просто целый Ноев ковчег животных. Даже соседи иногда ворчат, что их слишком много. Ну, я бачу, як повипускають, так вся вулиця захрясла баранами і косами. Столько животных, да? Всім на світі. Ось там вон зелена машина старенька. Так вот, як скочить эти кози на ту машину. Значит, Сёма должен дать потомство. Да, Сёма должен дать потомство. Вся надежда на него. Бывшие солдаты, а тем более добровольцы, не из тех, кто привык просить о помощи. Поэтому Аня даже не заикнулась о том, что ей, хрупкой девушке, в общем-то, не совсем просто тянуть такое хозяйство. За нее это сделаю я. Если вы хотите помочь украинской армии, хотите быть уверенными, что ваши средства попадут куда надо, вот ссылка на группу Ани в соцсетях. Мы вместе должны победить. А якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац просто зобов'язаний порушити, пишіть нам листи на адресу abzats@ukrnet. Ну і прекрасні новини. Ура! З осені во всіх скоростних поїздах України появиться Wi-Fi. Що це значить, друзі? Це значить, що ми перестанемо замечати грязь в вагонах, бельё в п'ятках, аромат сосідських носков і запах сигарет в тамбурі. Ми будемо замічати тільки наш Фейсбук. О, ти не можеш пропаганду не сказати, так? А чим корисні насправді для здоров'я хвилі Wi-Fi? Чому вони можуть одібрати Андрію чоловічу силу? Експериментувала наша Надя Рогозіна. Так, ти кажеш Wi-Fi. Де б ви не були – в офісі, в парку і навіть у вашій власній спальні. Від них вам не сховатись. Я знаходжуся у парку в центрі столиці. До найближчої будівлі щонайменше 500 метрів. Але подивіться, мій смартфон ловить одразу 8 мереж Wi-Fi. Повітряний інтернет оточив нас з усіх боків. Нібито дуже зручно. Завжди онлайн-режим. Та от чи впевнені ви, що це повністю безпечно? З
виявляються достовірні мутації ДНК, іде ушкодження в життєздатності. Навіть за найнижчих інтенсивності, які нижче всіх норм дозволених, нижче, і все рівно є виражені ефекти. Доповідь цього київського вченого опублікували навіть у британському Daily Mail. Він впевнений, постійний вплив хвиль Wi-Fi може призвести до фатальних наслідків. Щоб підтвердити або спростувати теорію вченого, я теж вирішила провести власний експеримент. Маю три предмети, які я на тиждень залишу біля Wi-Fi роутера у себе вдома. Банан. Його ДНК на 60% співпадає з ДНК людини. Квітка, яка в'яне. Це людина, яка старіє. І молоко. Має здатність вбирати в себе шкідливі речовини, як губка. Такі ж предмети я поставлю там, де інтернет впливу на них не буде зовсім. Виявляється, знайти місце без Wi-Fi майже неможливо. Але я це зробила. Квітку, банан і молоко залишаю в одній зі столичних бібліотек. Теж на тиждень. Час пішов. Wi-Fi придумали в 1996 році в американській лабораторії радіоастрономії. І лише за кілька років роутери з роздачою інтернет-хвиль стали популярними. Фактично, ми знаходимося під масовим впливом Wi-Fi хвиль менше 10 років. Тож ґрунтовних досліджень про їх можливий вплив поки немає. Ті немногі дослідження, які стали доступні зараз к аналізу, показують тільки дослідження інвітро, тобто дослідження в пробірці. Ну, скажімо, саме известное из этих исследований, в 2012 году оно датировано. Суть исследований состоит в том, что бралось несколько пробирок со спермой, и часть из них ставилась возле роутера, а часть ставилась невдалеке. И через два часа проводили анализ сперматозоида, выявили, что та часть пробирок, которая находилась возле роутера, там снижалась подвижность сперматозоидов и увеличилась фрагментация ДНК. Тобто сперматозоиды втрачали здатність запліднення. Отакої. Правда, ніхто не знає, чи така ж реакція, коли вони знаходяться не в банці, а там, де треба. Втім, імовірність того, що чоловік може стати безплідним, якщо, наприклад, роутер стоїть біля його ліжка, таки є. Та лікар впевнена, аж надто хвилюватися чоловікам не варто. Скажем так, облучення от Wi-Fi, оно не сильніше, чем облучение от мобильного телефона. Более того, мобильный телефон человек постоянно держит при себе и достаточно часто прикладывает его к голове. И при этом многие мужчины носят его в карманах брюк, да, близко к этому. То Wi-Fi роутер, как правило, находится на достаточном отдалении друг от друга. И чем дальше вы от него находитесь, тем меньше облучение вы от него получите. Не знаю. Я б на вашому місці таки поставила його подалі. Ну що, пора звіряти результати мого експерименту. Я вражена. Результати виявилися навіть більш явними, ніж я могла очікувати. Тільки подивіться на банани. Наші ДНК-побратими абсолютно різні. Той, що лежав біля роутера, виглядає набагато гірше, ніж банан з бібліотеки. А ось квіти дали неочікуваний результат. Та, що стояла під впливом хвиль, збереглася значно краще. А що ж з молоком? Я зніяковіла. Те, яке старанно вбирало в себе Wi-Fi хвилі, світиться. Як це може бути, мені в голові не вкладається. Але факт залишається фактом. Бібліотечне молоко теж скисло, але колір його зовсім інший. Хоч моє дослідження й не претендує на статус наукового, але результати настільки яскраві, що не брати їх до уваги просто не можна. Отже, ловіть поради, як користуватися Wi-Fi і залишатися здоровим. Перше і найпростіше. Якщо ви користуєтеся роутером у власній квартирі, ставте його у найвіддаленішому кутку. Якщо ж роутера у вас немає, але ним активно користуються сусіди, то ви можете захистити свою квартиру спеціальними антивайфайними шпалерами. Щоправда, коштують вони недешево – $12 за квадратний метр. Але, як то кажуть, здоров'я дорожче. Втім, коли ви на вулиці, то навряд чи зможете уникнути впливу хвиль. Просто визначіть з допомогою смартфона місце, де вплив найменший. Може, кіно з інтернету і не подивитесь, і не завантажити нову аватарку, але точно будете здоровіші. Якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац просто зобов'язаний порушити, я нагадую, пишіть нам на адресу abzac@ukrnet. Ну а тим временем, друзья, не так далеко от Києва, в Житомирі уже 10 лет люди платять за ліфт. Это настолько возмущает местных жителей, что они обратились в программу «Абзац за помощью». Як розібралася з цією ситуацією Маша Сєпова, дивіться зараз. І, до речі, до зустрічі, бо нам з Андрієм пора бігти. Всім пока.
доме люди вынуждены платить за проезд. Карточка нигде таких нету, только в Житомире. А чтобы сэкономить, им приходится бегать вверх-вниз пешком. Я обещала заставить житомирского мэра нести арбуз на 10 этаж пешком, чтобы тот оценил по достоинству платные лифты в городе. Не, ребята, до 10-го так не дойду. Возмущенные житомиряне за голову хватаются от этой платной системы. Обойдя несколько домов, я не встретила ни одного довольного жильца. С ребенком и с коляской подниматься – это ужас. Ну, я себе могу только представить. А вы на каком этаже? На 10-м этаже. Ой, нам с женой надо две карточки. Пенсионеры, мы живем на 8-м этаже, нам по 74 года. Або сидим в хате, або есть. Интересно, а в домах власть имущих такие же карточки? И что они делают, если ненароком забыли ее, а в руках огромный арбуз, как у меня? Я вернулась в Житомир, чтобы покончить с платными лифтами. Сразу же направилась в местный исполком. Несколько минут ожидания, и меня ведут в кабинет к первому заместителю мэра на разговор. Со мной везде мой главный герой. Прямо с арбузом. Видите, с гостинцами к вам. Зам мэра прилично удивлен. Понимает, мы что-то задумали. Давайте мы очертим план действий. Мы бы хотели с вами поездить и посмотреть, собственно, все лифты. У меня конкурсная комиссия будет сейчас. Сейчас рядом собирается рабочая группа по написанию стратегии города. Поэтому сейчас, к сожалению, я не могу с вами. Взамен предлагает просто интервью. Но я же не за этим сюда приехала. Зам мэра упорно сопротивляется, а я настойчиво требую сопровождения. Ну, может, какого-то руководителя управления? Да, потому что нам нужен человек, который будет компетентен. Наконец, мне вверяют начальника управления ЖКХ. Окей, это как раз его сфера. Поехали. В первом же попавшемся доме находим лифт. И, естественно, без пластиковой карты он не двигается. Все эти лифты уже работают 20 лет и более. И все они работают плохо, я так понимаю. Я не сказал бы, что все работают плохо. Вот 5-6 лет назад, когда у нас не было карточной системы в городе Житомире, то почти треть лифтов у нас действительно имели большие времени поломки. Похоже, чиновник пытается мне доказать, что карточная система буквально спасла житомирские лифты. Карточная система была просто-напросто как бы временная мера, чтобы спасти ситуацию в городе Житомире. Но временная мера затянулась на 10 лет. Вот и первый житель дома. Может, хоть эта женщина полна благодарности за платный лифт? Вот, а вы спускаетесь пешком. А почему вы не пользуетесь лифтом? К сожалению, наши лифты в городе Житомире оснащены карточной системой. Понимаете, каждая заправка карточки стоит 40 гривен. Волей-неволей приходится экономить. Чтобы чиновник полностью прочувствовал экономию жильцов, я предлагаю ему пройтись пешком. Вы не поможете мне пройти с арбузом? Я просто в прошлый раз шла на 10 этаж с арбузом. Пойдемте. Пойдемте. Сергей смело забирает у меня арбуз, и мы начинаем путь. К 7 этажу я уже страдаю. Чиновнику все нипочем. К 9 я совсем запыхалась. Я не спортсмен, просто я считаю, что если мы готовим здоровую нацию украинскую, надо на спокойненько с арбузом подниматься на 9-10 этаж без всяких лифтовых карточек. Начальник управления ЖКХ с заданием таки справился. Но люди в этом доме ходят пешком не только из-за экономии. С платными карточками есть еще одна проблемка. Бывает, что если с мобильным телефоном размагничивается. Раньше был приемник, карточка-приемник. Но умельцы, иногда как бы ломали, потому что экономили. А сейчас мы просто представляем карточку, считывающее устройство, и показывает нам количество поездок, которое осталось. В ответ на недовольство женщины чиновник внезапно выдает. От карточек можно избавиться. Если вы в городе Житомире, жильцы, собираете, если решаете, что больше 50% в вашем доме считает, что нужно работать без карточки, то лифт будет работать без карточки. Кому обращаться с этим собранием? Скажите, пожалуйста. Выяснилось, что все решается на уровне местного ЖЭКа. Но я-то знаю, что там ой как не любят говорить о лифтах. А кто это ввел? Почему? Так можете объяснить хотя бы? Исполком, наверное. А пока Сергей везет меня в другой район Житомира. Здесь в качестве пилотного проекта год назад отменили карточки. Без карточки как минимум привычнее. Проверю, довольны ли жильцы. Скажите, а как вам больше нравится, когда есть карточка или когда ее нет? Когда немає,
Да. Монокатати, вибіті, вечором, і рано. І діти їздять. А так тільки карточка ж 100 поїздок і міняє за дешевше, коли карточки нема. Для сімейного бюджету вигодніше, коли карточки нема. Очень довольні, особливо пожилі жителі. Очень часто. Очень часто.